чисто там, где не мусорят. А если после схода снега весной мусор все же обнаружился, нужно выходить на субботники и убирать за собой. Месячник чистоты проходит во всех муниципалитетах Московской области. Мне бы хотелось, чтобы жители тоже присоединились, потому что мы когда вот сюда приехали, я вижу, очень много любят гулять с собачками, прогуливаться. И вот как раз мы убираем весь этот мусор. Поэтому не нужно стесняться этого нормального труда и порой присоединяться и помогать убирать такой накопившийся за долгое время мусор. Глава Одинцовского округа Андрей Иванов и Лариса Лазутина вместе с сотрудниками администрации и активными жителями работали в парке микрорайона «Новая Трехгорка». Снежную зиму не выдержали старые деревья. Сухих веток убрать пришлось немало. Большое количество людей посещает его каждые выходные и в будние дни. Он находится прямо рядом с жилым массивом «Новая Трехгорка». И на сегодняшний день у нас задача вычистить этот парк от того мусора, который здесь скопился за зиму, остался под снегом, и от опавших веток деревьев. Собранный сухостой подлежит распилу и переработке. Для сбора и утилизации таких отходов в Одинцовском округе оборудуют площадки «Мегабак». На одной из них глава муниципалитета вывез крупногабаритный мусор во время субботника. В Одинцово мы запустили в 2020 году такой проект на улице Зеленая, 32. На сегодняшний день она также работает, эта площадка. Но из-за удаленности от жилого фонда она у нас пользуется не настолько спросом, насколько хотелось бы. Поэтому в 2021 году мы решили организовать такой объект в микрорайоне «Новая Трехгорка». Так как здесь большое количество населения, нас окружает микрорайон Сколковский, «Новая Трехгорка», «Старая Трехгорка». Проект «Мегабак» успешно развивается. На площадках устанавливают контейнеры для разных видов отходов. В ближайшее время в Трехгорке появится бункер для сбора старых автомобильных покрышек. Полина Бахова, Денис Харламов, телекомпания «Одинцово».